Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Ксения Собчак поделилась трогательными кадрами с отдыха на Мальдивских островах. Look where you're going. Follow the line. Ксения Собчак уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Когда пара сыграла свадьбу, многие подозревали девушку в беременности. Однако слухи так и не подтвердились. Уже 4 года она воспитывает сына Платона от брака с Максимом Виторганом. После расставания они сохранили дружеские отношения. Не так давно бывшие супруги вместе отметили день рождения наследника. А вот отпуска Ксения и Максим проводят раздельно, так их сын в 2 раза чаще оказывается на море. После новогодних каникул телеведущая улетела на Мальдивы. Уже несколько дней она нежится на пляже. Ранее девушка показала, как трогательно сын целует ее на отдыхе. Теперь Собчак похвасталась тем, как проводит вечера на островах. На новых кадрах блондинка в узких джинсах и блузке катается на велосипеде с наследником, который старается поспеть за родительницей на 3-колесном велосипеде. «Мама едет хуже Платона», — кричит Платон, — призналась звезда. Они объехали побережье, где стоят водные виллы. К слову, домик, в котором поселилась сама Собчак, стоит немалых денег. В 350 тысяч рублей ей обходятся только сутки в райском месте. Поклонники восхитились тем, какая телеведущая стала заботливая мама. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.